Любовь, ненависть и борьба за жизнь. Начало театрального сезона в драме начнут с одного из самого пронзительного спектакля о войне – «Непрощенная». Непростая судьба главной героини напомнит о тяжелых временах, которые пришлось преодолевать нашему народу в военное время, а также о выборе, от которого зависит жизнь. На что ты готов ради того, чтобы выжить? Да. И можно ли это простить? Ну, в первую очередь простить саму себя за то, что ты на это пошла. Потому что все равно выбор есть, потому что там будет сцена, где, ну, девочка мне говорит, ты легла под немца, а я не легла. Чтобы передать настоящие эмоции и атмосферу того времени, актерам пришлось учить немецкий язык. Режиссер произведения надеется, что картина окажется по душе зрителю любого возраста. В первую очередь, хотелось бы, чтобы молодые посмотрели спектакль, потому что мы стараемся, чтобы он был не скучным, чтобы он был, сейчас скажу такое плохое слово, модным, но чтобы он был интересным, стильным, и чтобы мы могли вспомнить и не повторить ошибок прошлого. А это еще одна премьера приближающейся осени. Театр «Кукол Сказка» покажет одно из самых популярных драматических произведений «Человек из Подольска». Каждый спектакль – это ребенок для нас, и нам хочется, чтобы зритель пришел, что он для себя подчеркнет, что он увидит, трудно сказать. У каждого будут свои ощущения, у каждого будет свое восприятие, но я думаю, что какие-то вопросы, они появятся. Что это мне видеть? Зачем это? Главный герой Николай Фролов, которого вместе с куклой сыграет Петр Кобзев, расскажет зрителю непростую историю о борьбе с собой, со своими мыслями и взглядами на жизнь. Многие живут, и у нас есть в провинциальных городах, которые говорят, здесь ну, нечего ловить в Барнауле в нашем. Хотя, если постараться, то можно себе придумать и мир здесь, и жить в этом мире, работать в нем и наслаждаться. И никакая Москва, Петербург, там другие города, они не восполнят это. Премьеры начнутся совсем скоро. «Непрощенная» встретит зрителя 3 сентября, «Человек из Подольска» в октябре. О других премьерах узнавайте в афише театров. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком.